Здравствуйте, с вами Практика ТВ, и мы продолжаем разговор о простых шапках. Сегодня мы с вами поговорим о том, как связать вот такую симпатичную шапочку из итальянского мохера. Смотрите, вот такая чудесная ниточка. Это мохер с шелком кицета. У нее очень много цветов, такая большая красивая гамма. Итак, мы берем два моточка кицеты и перематываем в 4 ниточки. Вот эта шапочка связана в 4 нитки. Берем спицы примерно четверку, может быть 4,5, как вы вяжете, смотрите. И набираем с вами 65 петель. Шапка очень простая, вяжется по прямой, вот практически до самого конца, до макушечки, вот до сюда, она связана по прямой. Мы вяжем 6 рядов резиночкой 3 на 2. Она смотрится симпатично, вот она такая, вот края не загибаются, вот аккуратный, красивый край получается. И дальше мы переходим на чулочную вязку, напоминаю, ряд лицевой, ряд изнаночный. Вот, можно делать любую пропорцию, смотрите, можно делить пополам, можно использовать 2-3 цвета, 4, близкие цвета, контрастные цвета, вот, на ваш выбор. Ориентировочно я записала вам вот эту шапку, вот такую, с 3 цветов, серый, болотный и такой красивый сиреневый. Итак, мы набираем 65 петель в 4 нитки на четверке или четверке с половиной. Вяжем 6 рядов резинкой 3 на 2. 10 рядов делаем дальше также серые. Потом 16 рядов зеленые. 10 вот такие сиреневые. И заканчиваем серым. Вяжем еще 6 рядов и переходим на убавку. Всего, смотрите, у нас 48 рядов. 48 рядов прямое полотно, абсолютно прямое полотно. Что касается убавки, она во всех шапках одинаковая. Можно остановить экран и переписать. Первый ряд лицевая 2 вместе. И так весь ряд лицевая 2 вместе, лицевая 2 вместе до конца. Обратно вяжем либо все лицевые, либо можно изнаночные. Смотрите, если мы переходим на лицевую гладь, то будет изнанка, но это не важно. Третий ряд равен первому, то есть опять с убавками, четвертый второму, то есть без убавок. И вот так вот мы повторяем еще один раз до 6 ряда. И вот 7 ряд, самый последний ряд, мы все петли вяжем 2 вместе. Вот смотрите, макушечка выглядит так, 2 вместе, 2 вместе, 2 вместе. Вот сидит шапка очень аккуратно, ее можно носить без отворота, с отворотом, делать карманчик сзади. В общем, проще не придумаешь. Вяжется она примерно часа 4. Кто вяжет быстро, свяжет быстрее. Вот такие чудесные шапки. Удачи!